Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем готовить необыкновенные куриные котлетки. Для этого нам понадобится перчик, лучок и, конечно же, оливки. А оливки я взяла красная цена, они мне очень, кстати, нравятся. Здесь у меня две баночки, потому что в них как раз где-то 90 грамм вот самих оливок. А я хочу, чтобы оливок было побольше, потому что именно вот эти вот котлетки с оливками обалденно просто вкусные. А перчика я взяла два, но я потом посмотрю, как там дальше будет. Может быть, добавлю второй, а может быть и нет. Луковка у меня одна. И, конечно же, куриный фарш у меня 1,5 килограмма. Полтора. Вот, если вы делаете на килограмм, то, может быть, на одну штуку всего этого поменьше. Вот, и приступим. Нам нужно с вами все это разрезать на мелкие кусочки. Так, вот они наши с вами оливки. А теперь мы с вами будем все резать. И займусь я, наверное, первым делом самым плачевным ингредиентом. Это у нас с вами лучок. Его мы режем. Ну, мы, в принципе, все здесь режем мелко. Так, теперь мы с вами занимаемся оливками. Их мы разрезаем. И, наверное, где-то вот так вот пополам. Слишком мелко тоже не будем резать. Докрошила я оливки. Теперь я буду заниматься перчиком. И возьму, наверное, я большой перчик, буду его резать. Ну вот, я нарезала перчик. Нарезала пока что, как вы видите, один. А далее мы с вами посмотрим. Так, вот он наш фарш. Еще пока ничего туда не добавляла. Вы добавляете, наверное, свои специи, которые добавляете обычно. Или соль. Я солить не буду, потому что мы едим уже все не соленое. Уже привыкли. Но специю для мяса, свою любимую, я добавлю. У меня, посмотрите, вот такая специя. Очень, кстати, ароматно пахнет. Покупала ее на вес на рынке. Вы смотрите на своем рынке. Вот там и кориандр, горошки, и перец. Но она не острая. Вот, и немножечко ее добавлю. Вот так чуть-чуть. Эта специя больше, знаете, хорошо смотрится именно на курочке. Вот на курочке она идеально просто. Так. Сейчас мы будем с вами все вместе перемешивать. Вываливаем сюда лук. Ну, короче, все вываливаем и все перемешиваем в однородную массу. Так, ну, в принципе, смотрите, здесь всего достаточно, и оливки, и лучок, и, в принципе, перчика достаточно. Я больше добавлять, скорее всего, не буду, потому что, мне кажется, уже будет просто перебор. И сейчас мы с вами будем делать, уже формировать маленькие котлетки. Так, выпекать я буду на своем стеклянном противне. В принципе, как и всегда, я на нем выпекаю. И будем с вами формировать маленькие котлеточки. Так вот.
Так, смотрите, вот такая красота у нас с вами получилась, аж прям несколько рядов, прям как раз в тютельку я их поместила. И подсолнечное масло я не добавляю в противень, я делаю чисто на воде. Мы с вами только водичку. Ой. Только водички добавим. Вот, добавляем немножко, чтобы она просто везде разошлась. Вот, и все. И отправляем все это дело в нашу духовку на 200 градусов. А там уже по времени, смотрите, если вам надо, чтобы они были поджаристые, то подольше. Если не поджаристые, то поменьше. Я потом скажу, сколько у меня времени хватило. Потому что у всех духовка разная. И, конечно, готовите везде все по-разному. Но я думаю, вы свою духовку знаете. И поэтому с этим проблем у вас не будет. Так, ну вот смотрите, приготовились наши с вами котлетки. Посмотрите, какие они красивые, и у них получилось очень много сока. Смотрите, очень-очень много воды. Наверное, конечно, нужно было еще меньше добавить. Вот, одну я уже вытащила, сейчас она немножечко остынет, и мы вместе с вами будем ее пробовать. Запекались они у меня 45 минут. Я думаю, что пропеклись. Думаю, прям много очень. Очень, я думаю, ароматный должен быть бульончик. Им можно помакать домашним хлебушком. Так. Вот она у нас остыла. Снимаю я сбоку, чтобы вам показать, что она готовая. Смотрите. Давайте ее сейчас попробуем. Она уже у меня остыла. И я думаю, что она бесподобно просто вкусная. Пробуем. Она обалденно вкусная. Знаете, куриный фарш вместе вот с этими оливками просто обалденно вкусно. Обалденно. Хотя, честно говоря, я бы, наверное, добавила еще оливок. Или, может быть, именно в этом кусочке немножечко меньше оливок. Но блин, это бесподобно вкусно, это невозможно просто вкусно. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия. Как мы с сыночком живем, занимаемся, развиваемся. Также обзоры на технику, на продукты из Фикспрайса, светофора, победы, путешествия там у нас, живопись, эстафеты, влоги. Короче, куча-куча всего интересного. С вами был канал ArtMania, и всем пока-пока.